Отказаться от презентов бизнес-партнерам в пользу тех, кому новогодние подарки нужнее. Хабаровская компания посчитала, сколько денег тратит на поздравления контрагентов в канун Нового года и в итоге решила на эти деньги организовать праздник для сельских детей, которые никогда не видели огней большого города. Цена новогоднего чуда в репортаже Натальи Приходько. На что можно потратить деньги компании перед Новым годом? Например, поздравить своих деловых партнеров или устроить праздник для детей из разных районов края, которые никогда не были в Хабаровске. В общем, елку зажгли, потанцевали, попели. В общем, очень весело. Год назад вы приложили руку. Приложил. Вот, честно говорю, и руку, и сердце. Мы каждый год своим партнерам дарим подарки. Это алкоголь, это дорогой кофе, это такие вещи, которые, ну, на мой взгляд, они не совсем нужны. Мы им подарили просто элементарно вот такую вот открыточку, в которой рассказали о том, что все деньги, их подарок мы отдадим детям. А ваши партнеры не обиделись? Нет, они с большой радостью поддержали нас. 40 человек мы собрали, детей из районов Хабаровского края, из малообеспеченных семей, которые, ну, по каким-то причинам не могут себе позволить вот такой праздник. Жизнь моя жестянка, да ну ее в болото. Я вижу коробочку с подарками. Да, что там, что там? Давайте я тоже буду помогать. Давайте мы тоже будем помогать. Да, давайте. Давай. Сюда подарки складываем. Ребят, тяжелые какие. Вручение подарков. Дед Мороз. Какой красивый, а? Дорого, богато. Вот и маленький какой. Маленький такой. Пойдемте спросим, что там? Конфеты. Конфетки, шоколадки. Все так необычно, большое все. Большое вот, вот здание. У нас такого, конечно, мало. У вас получился красивый спектакль. Мне понравился, потому что там было много декораций, там было все цветное. Это огромнейшее событие. Здесь, представьте, вот они приехали, они увидели настоящего Деда Мороза. Вот. Они увидели много других детей, которые вместе с ними... А в районах нет Дедов Мороза? Они туда, наверное, не всегда доходят. Это у нас хэштег специальный, да, разработан? Да, да, это наш. Дари кому нужнее. Дари кому нужнее, именно так. Мы запускаем этот хэштег. Его придумал вот наш маркетолог Слава. Здравствуйте, Слава. Слава, здравствуйте. Люди, присоединяйтесь к нашему движению новогоднему, делать подарки тем людям, кому это нужнее. Здесь очень много было снега, Дед Мороз подарил подарки, спасибо ему за все. Это было очень круто. Наталья Приходько, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».